50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Nikolai! Form a set! The crew is direct carry! Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? Вы все равно скоро сдохнете. Мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю. Внимание. Разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять! Получил разрешение открыть огонь. Ни хрена себе! Надо выделить сигнал. Ты достал его! К ведению огня готов! Они пытаются укрыться за стеной. Получено разрешение открыть огонь. Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Ух ты! Готов открыть огонь! Нейтрализовать всех у здания. Вижу бегущую цель. Установить радиус сканирования. Получаю данные о цели. Бабах! Восстановление цели. Уничтожить его. Вижу еще пехоту. Бабах! Открыть по нему огонь. Может, подстрелишь его? Вижу пехоту. Может, подстрелишь его? Уничтожить его. Вижу бегущую цель.
Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе! Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Ни хрена себе. А, прямо в цель. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. Расправьтесь с ними. Да, блин, полный бак, наверное, был. Так, он снова пошел. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Надо выделить сигнал. Восстановление цели. Установить радиус сканирования. Один у той машины. Вон там. Получаю данные. Приближаюсь. Нейтрализовать всех у здания. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Один у той машины. Открыть по нему огонь! Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Осторожно! Мы чуть не пристрелили наших парней. Здание. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. На дороге противник. Получаю данные о цели. Получил разрешение открыть огонь. Открыть по нему огонь. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования. Надо выделить сигнал. Восстановление цели. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман! О каком повороте речь? Прием! Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Подтвердите, что видите водонапорную башню. Вы имеете в виду водонапорную башню перекрестка? Вас понял, цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот, видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. У
нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся в деревне. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя, на нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Отличное попадание. Прямое попадание. Прямое попадание. А, прямо в цель? Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Да, прямое попадание. Ух ты! Приближаемся. Отличный выстрел. Отличный! Отлично! Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки, это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем! Уничтожить противника! Ну, они и разошлись. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Отличное попадание. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Ни хрена себе! Надо выделить сигнал. Он один бежит. Ух ты! Смотрите, куда стреляете! Следите за мигающими датчиками, это свои! Нейтрализовать всех у здания. Получил разрешение открыть огонь. Бабах! Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Вижу бегущую цель. Расправьтесь с ними. Вижу еще пехоту. Перейдете огонь по своим. Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Блин, полный бак, наверное, был. Неплохой выстрел. Вижу еще пехоту. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял.
продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим!